И всем привет, ребят, с вами Сарванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим одно очень интересное обновление, которое уже совсем-совсем скоро появится в нашей игре. Вчера м -м, днем выкатили пост, я уже не стал вчера записывать видос, потому что у меня особо сильно времени не было, но сегодня, я думаю, что этот видос очень будет полезен и интересен для обсуждения. Выкатили пост в телеграм-канале и в сообществе ВК о том, что уже на подходе. У нас обновление с визуальным изменением всех иконок, эффектов выстрелов, скинов и устройств. Поменяются все ее виды. Также я нашел видеоблог, в котором показывались эти все тоже моменты. И... Дабы, дабы, не было никаких особо сильных удивлений, постараемся как раз-таки сейчас в этом немножко подробнее разобраться, как это поменяется и в каком виде это все выйдет. Я более чем уверен, что уже завтра будет полноценный анонс этого всего дела, и уже в эту пятницу у нас появятся новые обновленные скины, возможно. Также с обновленным интерфейсом, потому что именно с обновленным игровым интерфейсом все эти иконки показывались на тестовом сервере. Может быть, конечно, это выйдет отдельно, но что-то мне подсказывает, что оно может выйти и вместе. Что же поменяется? По цвету, заполняющему иконку, можно будет понять, какой статус-эффект наносит устройство. По цвету я не знаю чисто как эти цвета будет меняться в зависимости от статус эффекта. И для меня, я так понимаю, что вот эта вот темка с фиолетовым свечением, это должно быть типа какой-то статус эффект. Мини картинка на темном фоне, пушка, по которой принадлежит предмет. Вот это вот место, это пушка получается, да, то есть здесь этот вулкан, это скорпион, это, я так понимаю, шафт, это, я так понимаю, изида, да, именно по этой картинке, если судить и смотреть. И цвет обводки указывает на редкость предмета. Цвет вот этой вот замечательной водочки указывает на редкость предмета. И, например, вот это вот устройство на Изиду. А что это за устройство? Что это такое? Изида вампиризм? Или что это может быть? Я даже не знаю, если честно. Лечение какое-то нарисовано. То есть половина, даже больше половины иконок, когда вы вышли на тестовом сервере, когда я запикивался в бой, я не понимал, да, то есть как оно выглядит. Но это дело, конечно же, времени, к этому нужно будет просто привыкнуть. А так, визуальный эффект, ну, наверное, выглядит симпатичней. Наверное, выглядит поинтереснее, если учитывать тот факт, что у нас уже все эти иконки были уже ну, на протяжении довольно длительного периода времени не перерабатываемые и не визуализированы по новым каким-то определенным моментам и критериям, то, наверное, это имеет место быть. Но, но на, моем, на мой взгляд, в игре есть намного больше нужных вещей, которые я бы, например, бы перерабатывал дорабатывал и делал в первую очередь. Но это никак не иконки и как раз таки вот эти вот вида изменения. Но если учитывать тот факт, что арт отдел и, как говорится, как говорится технический отдел это две разные вещи, то, ну, наверное... Это имеет место быть, и я нашел видеоблог, в котором как раз-таки вот эта вся вещь тоже показывается. Ну и здесь, как пример, видна смока, да, то есть это будет, получается, у нас сама пушка смоки. И здесь есть все устройства, которые даже еще не имеются в игре. Да, я так понимаю, что вот это вот оглушение как раз-таки. Это у нас штурмовые снаряды, это пульсар, понятно, это заморозка, понятно, поджог, понятно. Вот это я не понимаю, что на смоку может быть, потому что мне кажется, что у нас на смоку нету устройства, которое лечит. Что за лечит? Лечит. Как бы хил какой-то на смоку. Я, ну, я, я лично не понимаю, что это за прикол. Это Эми, я так понимаю, да? Либо а где у нас пробитие? Пробитие, фиг где из этого все пробитие. Это, я так понимаю, подавление. Да? То есть здесь вообще все возможные иконки есть, но из них... Э, есть даже устройства, которых, ну, по большому счету нету в нашей игре на сегодняшний день да то есть по сути наверное вещь с точки зрения восприятия неплохая да и то что она выйдет уже в эту пятницу ну наверное адекватно да Единственное, что там будет по этому внутриигровому интерфейсу. Вот это, конечно, остается большим вопросом. Ну а в целом, да, эта вещь в первое время будет точно мне лично непривычно. Я думаю, что и вам тоже. И нужно будет просто потихонечку, потихонечку привыкать ко всем этим иконкам. Возможно, просто разобраться в них, да, в гараже посидеть, потыркать под, по устройствам, по... По этим эффектам, ну и потом уже будет привычно на все это дело смотреть, потому что я помню, когда у нас обновлялись с выходом HTML, да, то есть с флеша на HTML, когда мы переходили, то есть там эти иконки тоже обновились и они были по-другому визуализированы. Мне в первое время тоже оно казалось чем-то не таким, непривычным, но потом потихонечку-потихонечку, там спустя какую неделю, я уже спокойно, адекватно на все это дело реагировал и смотрел. Поэтому посмотрим, к чему приведут вот эти вот замечательные изменения. Ну а сегодняшний видос это больше как факт того, что уже в эту пятницу эти изменения произойдут. Я надеюсь, надеюсь, что после вот этих замечательных обновлений, после визуализации, после ввода нового обновленного интерфейса, мы наконец-таки, наконец-таки дойдем до моих любимых контрактов. И наконец-то это будет то, чего я так долго жду. Поддерживайте обязательно данный видос лайком за рассуждение, за ну, подобную, наверное, тематику, если вам она нравится. Напишите свое мнение, что вы думаете по поводу всех этих эффектиков выстрелов. Что думаете? Согласны, может быть, с моей точки зрения, что это будет непривычно в первое время и, ну, как-то, знаете, так, немножечко спорно, да? Выскажите все, что думаете сами. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте кимо личный тег создателя контента тег тимп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.